пишем это слово печатными буковками. Жо. Вы куда поехали? Нестандартная ситуация. Я могу все объяснить. Меня теперь не лишат из-за этой вашей принципиальности. Да вы с вашим характером так и останетесь в своем гнилом мирке, так вот и будете жить. Дома школа помидоры, дома школа помидоры. Вот это социальные сети, зарегистрируешься, друзей добавишь. Крамолновка еле дышит. Отдай мне телефон, говоришь. Отменить! Надежда, ваши выпуски – это лучшее, что есть в подобном жанре. У нас много общих интересов. Очень жаль, что вы так далеко. Стой! Куда ты собрался? С тобой, в Москву. Понимаешь, у меня, может быть, уже такого шанса никогда не будет. А как ты свой любимый огород-то оставил? Поливаем понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота. И не перепутайте. Помидоры я все пересчитал. Собаку чесать можно только по субботам. А мы в другие дни будем... Я сказал, нельзя. Не хочу, чтобы он любил вас больше, чем меня. Через 200 метров повернуть налево. Смотри, какая красота! Чудо, а не болото! Что там? Сели наглухо. Мы едем без остановок. Отлево прекратить тиранию! Мы с Борисом Петровичем решили, что поедем вместе автостопом. Вы вообще кто? Маша. Скажи, я для вас или нет? Он вроде глухонемой. Останови машину! Я вам сигналил. Подождите, подождите, подождите! И дальше бежать изо всей дурной силы. И вырастут крылья. Все, пап, наконец пришел время с сыном провести. Он падает под версию. Папа, он действительно тебя любит. Может, он твой ангел-хранитель? Хранитель, может быть, вообще далеко не ангел. Пока не вернется ночь. Тот баклажан, который я должен был привезти, я не привез. Его свинья съела.